К другим темам. Династия Сквирских привезла в Саратов новое шоу. Знаменитые на весь мир дрессировщики подготовили новое цирковое представление с участием белых африканских львов. Одними из первых увидеть постановку смогут саратовские зрители. На предпоследней репетиции дрессировщики поделились секретами воспитания редких хищников. В составе этой цирковой труппы 8 львов и львиц. Родом артисты из Африки. Их возраст от 4 до 5 лет. И он, говорят дрессировщики, самый опасный. Такой возраст вот до 9-10 лет, когда это с матерый, вот такой вот лев, знающий свою силу, знающий себе цену. Вы знаете, такой самый опасный возраст у львов начался. Вот когда они маленькие, с ними можно делать все, что хочешь. Они сами бегают, их не надо никуда вот заставлять ничего делать. Они даже лишнего много делают. Потом они вырастают, начинают так немножечко лениться. Лев все-таки у нас 20 часов в сутки в среднем спит. А тут новогодние каникулы, и можно по два представления работать. Увидеть этих грациозных хищников саратовцы смогут с 19 декабря по 10 января в цирке братьев Никитиных. Ну а после окончания новостей смотрите программу «Гость в студии». Обо всех нюансах капитального ремонта многоквартирных домов расскажет депутат областной думы Сергей Нестеров.